монахиня Иулиания Соколова, труд иконописца фрагменты из книги «Руководство для начинающих иконописцев», техника иконописи. Техника иконописания сложна и своеобразна последовательность писания иконы выработана в древности. Изменению не подлежит и по традиции передается иконописцами из поколения в поколение. Поэтому начинающие иконописцы должны также строго и неуклонно ее придерживаться, если же в силу обстоятельств, приходится отступать от некоторых материалов и приемов, то каждый иконописец должен более всего бояться нарушить главное. Традиционный образ иконы и последовательность его построения каждая икона состоит из четырех основных частей. Слоев первый слой щита из деревянной доски или кусок холста является ее основой второй слой грунт или левкас. Приготовленный из порошка мела с клеем третий слой живопись, состоящая из рисунка и красочных материалов, пигментов, приготовленных на натуральной яичной эмульсии или на искусственной казеиново-масляной или поливинилоцитатной. Четвертый слой, защищающий живопись от внешних воздействий, представляет собой тонкую пленку отвердевшего растительного масла олифы. Сообразно с этим работа над иконой подразделяется на четыре основных этапа – выбор основы, наложение грунта, живопись и закрепление ее олифой. Выбор основы и ее обработка доска для иконы готовится из таких пород дерева, как липа, сосна, ель, альха, лиственница в северных районах России, пихта, кипарис, бук в южных районах предпочтение надо отдать кипарису, липи и ольхе кипарисовые доски не коробятся от воздействия атмосферных изменений, и в них не заводится жучок-точильщик благодаря специфическому запаху кипариса липовые и ольховые доски удобны своей легкостью. Так как иконопись требует горизонтального положения доски в отличие от станковой живописи и позволяет для удобства иконописца поворачивать икону в разных направлениях. Доски березовые, особенно осиновые, еловые, сосновые и других малоценных пород, непрактичны, хотя и постоянно употребляются они или очень смолистая смола может выступать из доски и после просушки, даже иногда через лицевую сторону, или очень рыхлый береза, осина и восприимчивы к переменам температуры и влажности воздуха, отчего сильно коробится и трескаются совсем непригоден дуб из-за своей особой структуры способный трескаться под левкасом, доска, предназначенная для иконы, должна быть из хорошо высушенного дерева. В древности просушка велась на открытом воздухе и весьма длительное время в настоящее время сушка древесины. Ускоряется искусственным образом в особых сушильнях, но прежних результатов этот способ не дает. В цельной или склеенной из нескольких частей доске, с целью предохранения ее от покорабления, в тыльной стороне, поперек древесного волокна делаются расширяющиеся вглубь доски прорезы, в которые вставляются шпонки узкие дощечки, сделанные по форме паза и приготовленные из более крепкого дерева, чем сама доска, например, из дуба наиболее распространенные шпонки известны под названиями сквозных, встречных, рельефных, плоских. Форма паза, в которой они вставляются, носит название. пасточкин хвост но свое назначение противодействовать по кораблению доски шпонки выполняют не всегда доска ссыхается, коробится, шпонки часто выпадают из пазов, поэтому в конце 17 века их стали врезать в торцы досок, откуда выпасть им почти невозможно точка, шпонки ни в коем случае не приклеиваются к доске, а для прочности или приклеиваются самым кончиком, или прибиваются одним гвоздиком, чтобы при колебаниях влажности атмосферы, способствующий расширению и сужению доски, она не могла лопнуть иногда в щит, состоящий из нескольких досок, склеенных между собой, врезаются дополнительные шипы планки различной формы, называемые ласточками, карасиками, сковородниками. Они врезаются в смежные доски. К такому креплению приходится прибегать особенно в тех случаях, когда икону пишут на старой, сильно выгнутой доске. На лицевой стороне доски вытисывается плоское углубление, вокруг которого оставляется нетронутая рама. Или поле углубленная часть доски называется ковчегом или корытом уступ, образуемый ковчегом. Носит название Лузги, встречаются иконные доски, вынутые с лицевой стороны два раза, то есть имеющие двойной ковчег глубина ковчега для икон небольших размеров должна быть около двух и двух. 5 мм и не более 3-4 мм для крупных досок картину, для цельности впечатления, вставляют в раму, отделяя ее таким образом от окружающего и направляя внимание зрителя в мир, открывающийся на холсте за рамой. Как бы за окном в иконе роль рамы исполняют поле, изолируя изображенное на иконе от земного окружения. Они способствуют сосредоточенности молящегося размер доски, соотношение ее длины и ширины и величина полей имеют большое значение так как, если пропорции не соблюдены, потеряется впечатление и от самой хорошей работы. Ранее дощаник с иконником работали в контакте, дощаник в столярном деле был таким же мастером, каким художник в красочном, если ему говорили, поле в красу, пошире или поуже, это значило, что целиком полагаются на его вкус, а вкус у хорошего столяра был таким же утонченным, как и у художника в различные времена способы обработки доски, крепление шпонок, профиль шпонок, пропорции досок. Ширина полей изменялись все эти особенности иконной доски имеют большое значение при установлении даты. Произведения в древности доски изготовлялись с помощью топора и тесла, поэтому до нашего времени сохранилось такое название для доски, как «тес». Часто даже поперечную обработку досок, как и бревен, производили топором. Колотые доски имели то преимущество, что они очень редко трескались и почти никогда не коробились. Особенно, когда они были расколоты по радиусу, вдоль по волокнам затем колотые доски начали заменять пиленами. Пила в России была известна уже в X веке, но, по-видимому, до 17 века в обработке древесины применялась только для поперечной распиловки продольная же распиловка, имеющая целью получения из бревна нескольких досок, стала, вероятно, применяться значительно позднее об употреблении продольной пилы из письменных источников известно только с 17 века. Лучшим доказательством способа обработки доски являются следы от инструмента, оставшиеся на ее поверхности так, например, от обработки топором остаются характерные зарубки, но, как правило, Доски древних икон 1116 ВВ имеют следы обработки скобелем обратная сторона досок многих икон. Подвергалась в последующие века неоднократным обработкам поэтому первоначальный способ изготовления доски. Правильнее и безошибочнее определять по следам, сохранившимся под слоем живописи, конечно. Их можно видеть только в том случае, если часть левкаса, покрывающего доску. Утрачена первичная тиска досок проводилась вдоль волокон древесины, чтобы выровнять поверхность каждой доски в отдельности после соединения досок в один щит по лицевой стороне шла. Вторичная обработка теслом поперек волокон древесины в целях выравнивания мест соединения. Поскольку для обратной стороны неровности в местах соединения досок не имеют существенного значения, поперечной тески там не делалась форма шпонок и способы их крепления также имеют свою историю. В 12-13 веках шпонки не врезали в доски икон, как в последующие века, а прикрепляли их с помощью деревянных штырей или железных кованых гвоздей. Местом крепления шпонок были торцы досок и их тыльные стороны в 14 веке к доскам. Состоящим из одного куска дерева шпонки не прикрепляли, когда щит делали из нескольких досок, использовали накладные шпонки прикрепляя их железными кованными гвоздями с конца XIV века, встречаются доски с врезанными шпонков. В 15-16 веках шпонки только врезали в тыльную сторону доски, и они высоко выступали над поверхностью доски. В иконы малого размера врезали только одну шпонку, в 17 веке шпонки также врезали в доску. Но их делали низкими и широкими, частью изготовляли из дуба. Со сложным профилем в самом конце 17 века стали врезать шпонки в торцы досок. Формат досок, ширина полей. Глубина ковчега также имеют характерные для своего времени особенности древние иконы. Как правило, имеют ковчег иконы 14-15 веков, отличаются удлиненной формой и узкими полями доски в полтора. Метры имеют поле шириной 4,45 см. На досках небольшого размера они суживаются до 1,52 см с конца XVI века в иконах. Главным образом, московских мастеров доска видоизменилась в пропорции сторон как будто обычные. Мерные, но стороны ковчега приблизились к квадрату, поля стали шире, иногда они доходят до 5-6 см на иконах малого формата, а глубина ковчега и на ощупь едва приметно появился и распространился двойной ковчег со второй половины 17. Столетия доски, как правило, изготавливались без ковчега, с ровной поверхностью, но поля, обрамляющие изображение, выделялись цветом. От 17 века дошли иконы, имеющие в верхней части фигурный обрез, наподобие треугольника, у которого боковые стороны поднимаются к верху закругленными уступами, такие иконы принадлежат верхнему ярусу иконостаса. Своей формой они придают иконостасу декоративную законченность, к примеру, иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры в XVIII веке икона потеряла и цветовые поля. Иконы в иконостасах также и изображения на стенах стали обрамляться рамой в стиле барокко и рококо стиль барокко. Представляет собой сочетание растительных мотивов листьев, цветов, плодов с геометрическими фигурами эллипсом, спиралью, а также и с их частями – Излюблены ломаные линии стиля Рококо требует иногда искусственной прогнутости или выпуклости доски. Этот стиль образуется из разнообразных сочетаний только одного мотива, который приближается к раковине, взятой в профиль, и общим видом напоминает человеческое ухо. Этот стиль не имеет четко выраженной рамы, образуя совершенно несимметричные клеймая самых разнообразных форм. В конце 18 и начале 19 веков эпоха империи выработала стиль ампир. Стиль империи следы этого стиля остались и на иконной доске. Придав ей форму некоторых геометрических фигур эллипса, треугольника это наблюдается, главным образом. В иконах царских врат, иногда иконостаса в первой четверти 20 века возник новый стиль модерн. В основе его лежит пробудившийся интерес к образцам катакомбного искусства а также и к русской старине иконные доски получили фигурный обрез сверху, этот обрез имел форму и подобие арок, или русских теремных кровель, церковных глав, но то, что было жизненно в период катакомбной и византийской эпох, что было выражением души русского человека 14-16 веков, в 20 веке получило примитивный, поверхностный характер новое творчество по формам старого стало отзываться подделкой. портящее подлинное творчество дух народного творчества не был понят при крайнем объединении религиозного сознания этой эпохи новый стиль оказался бездушным подражанием и случайным исканием в искусстве таким образом подновленная модернизированная древность сначала явилась привлекательной новинкой как всякая мода завоевала себе большие симпатии но быстро изжила себя